Hi, my friends. We continue our playlist. Я думаю, что это невозможно. Невозможно в одно слово. Я думаю, что. I think that. Это невозможно. Это. It's невозможно. Impossible. I think that it's impossible. Вопрос. Где ты был позавчера? Где? Where? Ты был? Were you? Позавчера. The day before yesterday. Where were you the day before yesterday? Мы были там иногда. Мы были там. We were there. Иногда. Sometimes. We were there sometimes. Вопрос. Он действительно счастлив? Он. Is he действительно счастлив? Really happy. Is he really happy? Вопрос. Когда ты был там последний раз? Когда? When? Ты был? Were you? Там? There? Последний раз? Last time. When were you there last time? Это не казалось намного лучше. Это не казалось. It didn't seem намного лучше. Much better. It didn't seem much better. Вопрос. Кто будет против этого? Кто будет? Who? Will be против этого. Против. Against этого it. Who will be against it? Вопрос. Когда это было? Когда? When это было? Was it? When was it? Она любит своего брата. Она любит. She loves своего брата. Her brother. She loves her brother. И этот ответ был правильный. И этот ответ. This answer был правильный. Был. Was правильный. По умолчанию используем слово correct. Correct. Также, в принципе, возможно и right. Но часто именно correct, поэтому тоже по умолчанию используем correct. This answer was correct. I think that it's impossible. Where were you the day before yesterday? We were there sometimes. Is he really happy? When were you there last time? It didn't seem much better. Who will be against it? When was it? She loves her brother. This answer was correct. Я знаю, они хотят жить там. Я знаю. I know. Они хотят. They want жить там. Жить. To live там, there. I know. They want to live there. Он спас ее жизнь. Он спас. He saved ее жизнь. Her life. He saved her life. Тот метод неэффективный. Скажем с помощью отрицания. Тот метод. That method неэффективный. Не.
isn't effectively effective. That method isn't effective. Вопрос. Это было смешно? Это было... Was it смешно, funny? Was it funny? Я уверен, что это очень эффективно. Я уверен, I'm sure, что that это очень эффективно. Это, it's очень эффективно, very effective. I'm sure that it's very effective. Я часто делаю ошибки. Я часто. I often делаю ошибки. Made mistakes. I often made mistakes. Они не будут делать это сегодня. Они не будут. They won't делать это, do it, сегодня, today. They won't do it today. Я хочу сказать тебе одну вещь. Я хочу. I want сказать тебе to tell you одну вещь. One thing. I want to tell you one thing. Я полностью был согласен с ними. Так, будьте внимательны. По умолчанию используем слово fully. Я полностью был согласен. Как это сказать? Еще раз подумайте. Я полностью был согласен. I fully agreed с ними, with them, with them. I fully agreed with them. Они полностью поддерживали меня. Они полностью, they fully, поддерживали меня. Supported me. They fully supported me. I know they want to live there. He saved her life. That method isn't effective. Was it funny? I'm sure that it's very effective. I often made mistakes. They won't do it today. I want to tell you one thing. I fully agreed with them. They fully supported me. Вопрос. Они твои коллеги? Они, are they, твои коллеги, твои, your, коллеги, colleagues, colleagues, are they your colleagues? Он написал книгу. Он написал, he wrote, книгу, a book, he wrote a book. Он потратил все эти деньги. Он потратил. He spent все эти деньги. Все. All эти деньги. This money. He spent all this money. Вопрос. Ты будешь свободен завтра? Ты будешь? Will you be свободен, free, завтра, tomorrow. Will you be free tomorrow? Я улучшу свой разговор на английский. Я улучшу. I'll improve свой разговор на английский. My speaking. I'll improve my speaking. Я был согласен с ним. Я был согласен. I agreed с ним,
With him. Да, конечно, можно и перевести «я согласился с ним», но это же, как и мы сказали, «я был согласен с ним». На английском также. I agreed with him. Вопрос. Он будет получать больше денег там? Он будет получать... Will he get больше денег? More money там, there. Will he get more money there? Он женился на той женщине. Он женился... He married на той женщине. That woman. He married that woman. Мы часто видим это. Мы часто... We often видим это. See it. We often see it. Он не бедный. Он не... He isn't бедный, poor. He isn't poor. Are they your colleagues? He wrote a book. He spent all this money. Will you be free tomorrow? I'll improve my speaking. I agreed with him. Will he get more money there? He married that woman. We often see it. He isn't poor. Мне нужно было исправить это. Мне нужно было... I needed... Исправить это. Исправить... To correct... Это... It. I needed to correct it. Я прекрасно понял твою точку зрения. Я прекрасно понял. Я прекрасно... I perfectly понял, understood твою точку зрения. Твою. Your точку зрения, point of view. I perfectly understood your point of view. Я часто думал о своем будущем. Я часто думал. I often thought or about своем будущем. My future. I often thought about my future. Вопрос. Как это произошло с ним? Как? How? Это произошло? Did it happen? С ним? To him. How did it happen to him? Я часто думал об этом. Я часто... I often думал, thought об этом, about it. I often thought about it. Вопрос. Кем ты работаешь? Кем ты работаешь? Дословно, какая твоя работа? Какая... What's твоя работа? Your job. What's your job? Он мой друг. Он... He's мой друг. My friend. He's my friend. Это любовь. Это... It's любовь. Love. It's love. Они не говорят по-английски. Они не говорят. They don't speak по-английски English. They don't speak English. Мы часто путешествовали. Мы часто. We often путешествовали. Traveled. We often traveled. I needed to correct it. I perfectly understood your point of view. I often thought
about my future. How did it happen to him? I often thought about it. What's your job? He's my friend. It's love. They don't speak English. We often traveled. Вопрос. Как ты улучшаешь свой английский? Как? How? Ты улучшаешь? Do you improve свой английский? Your English. How do you improve your English? Мне понравилась эта статья. Мне понравилась. I liked эта статья. This article. I liked this article. Я предпочел пойти в другое место. Я предпочел. I preferred пойти to go в другое место. В to другое место. Another place. I preferred to go to another place. Вопрос. Кто твой любимый певец? Кто? Who is твой любимый? Your favorite певец singer. Who is your favorite singer? Мы плавали на море. Мы плавали. We swam на море. In the sea. We swam in the sea. Далее по умолчанию используем come back. Я вернулся домой в 6 часов вечера. Я вернулся. I came back домой, home, в 6 часов, в 6, at 6, часов, o'clock, вечера, in the evening. I came back home at 6 o'clock in the evening. Вопрос. Как это произошло? Как? How? Это произошло. Did it happen? How did it happen? Вопрос. Он чувствует себя действительно счастливым? Он чувствует себя? Does he feel действительно счастливым? Really happy. Does he feel really happy? Я предпочел посетить другое место. Я предпочел. I preferred посетить to visit другое место. Another place. I preferred to visit another place. Это казалось таким интересным. Это казалось, it seemed таким интересным. So interesting. It seemed so interesting. How do you improve your English? I liked this article. I preferred to go to another place. Who is your favorite singer? We swam in the sea. I came back home at 6 o'clock in the evening. How did it happen? Does he feel really happy? I preferred to visit another place. It seemed so interesting. My friends, thank you very much. We continue our playlist.